на расследование обязательно обращают внимание правоохранительные органы, как минимум вашей страны, которые берут на заметку факт какого-либо преступления, либо предполагаемого преступления, либо нарушения общественных, либо этических норм каким-либо чиновникам, либо группой по интересам. На ваше расследование обязательно обратят внимание читатели, либо зрители, для которых вы делаете, поскольку, да, журналистские расследования – это штучный товар, но это качественный, должен быть проверенный товар, который обязательно должен пережить не один день, а недели. Иногда журналистское расследование неожиданно становится актуальным через год, два, три, после того, как немножко политический режим меняется, после того, как политическая ситуация в стране меняется. И чем больше будет, я убежден, качественных журналистских расследований, тем больше будет расти количество людей, привыкших к качественной журналистике, хорошей журналистике, правдивой журналистике, свободной от фейков, свободной от манипуляций, свободной от различных мифов, потому что все, что есть качественная журналистика, это антипод пропаганде, это антипод дешевому политическому популизму, которым, к сожалению, полны еще страны, как и Центральной Европы, так и Восточной Европы, откуда, где я работаю, кавказские страны, да и в принципе Западной Европы.